Так, после новогодних праздников у всех осталась шкурка, кожура от апельсина, от мандаринов. Я взяла шкурку мандариновую, заливаю ее крутым кипятком и настаиваю 10 минут. Затем я беру холодную воду, добавляю туда морскую соль. У кого нет морской соли, можете любую соль добавить. И так ждем 10 минут. Я добавляю 2 чайные ложки морской соли, холодную воду размешиваю тщательно и жду, когда у меня настоится мой отвар из мандарина, волшебный отвар, который сделает мою кожу сияющей, здоровой, потому что здесь содержится витамин С. У меня крем пантенол для тела, но я его использую как в качестве маски восстанавливающей. Выдавила сюда. Затем беру лимонную кислоту. Полностью пакетик высыпаю. Размешиваю. Так, еще сюда добавлю, скорее всего, витамина Е. Добавляю сюда 2 капсулы витамина Е. У меня витамин Е сахерба и глицерина на глаз. Может быть, чайную ложечку. Все это тщательно размешиваем. Так как она у меня жидкая, для того, чтобы маска приобрела густую консистенцию, я добавляю крахмал, картофельный крахмал. У кого есть кукурузный, можно кукурузный. Крахмал нам подтянет кожу лица. Девочки, я сейчас вам покажу, как я восстанавливаю свою кожу после новогодних праздников. Пиваю таблетку аспаркана с утра. Это для того, чтобы убрать отеки, потому что было выпито много жидкости, всякой газировки. Затем я делаю легкое скоробирование. Беру ацетилсалициловую кислоту, то есть аспирин. 4 таблетки развожу чуть-чуть водичкой, скрабирую кожу лица. Вот сейчас я ее супер скрабировала. Она у меня уже возрастная, но тем не менее. Затем из этого отвара мы берем в горячий раствор, который мы сделали, настояли на мандаринах, и прикладываем к лицу. Прям прикладываем. Наша кожа этот состав, нашу кожу напитывает, так как там присутствует витамин С. Затем мы берем холодной соленой воды. Также протираем эту кожу соленым раствором. Соль уберет отечность. Еще раз берем тепленький состав, он же у нас настоялся, на мандариновые корочках. Такое блаженство, так приятно. И еще раз холодным раствором. И последний раз берем
Раствор мандариновый. Интересно звучит. Мандариновый раствор. Думаю, достаточно. После этой процедуры я беру маску, которую я сделала. Пантенол С, витамин Е 2 капсулы, глицерин. И чтобы она у меня была такой густой, я сюда добавила крахмал, картофельный крахмал. Наносим эту масочку под глазами обязательно, я везде наношу. Она чудесная, она преображает мою кожу мгновенно. Она ее подтягивает, увлажняет, напитывает. И на шею. Девочки, мы не забываем про свою шею. Шея — это все, она всегда выдает наш возраст. Поэтому я шею люблю, холю ее. И на 20 минут отдыхаю.